Можно личный вопрос? Можно. Ты замужем? Да. За тем самым? Ну, тот, который тебя у меня увел? Саш, кажется? Да, за ним. Ты знаешь, мне, конечно, тогда было досадно. Но сейчас, оглядываясь назад, я очень рад, что ты нашла своего человека. Не совсем. Человек, которого я нашла, мне изменил. Мы разводимся. Прости. Ничего. А дети? Сын Митя. Но он уже взрослый. Хотя ему непросто. Понимаю. Знаешь, я сама растеряна. Лицо приходится держать, а внутри хаос, как будто бы не со мной это происходит. Ань, если могу тебя как-то поддержать, я хочу, чтобы ты знала, я всегда рядом.